Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Амнезию. Я опять не играл в нее 1К3-4, просто потому что игра охренительно страшная, и мне нужно от нее время от времени отдыхать. Так, ну и что, мы находимся в этом огромном зале, туманном. Он, по-моему, называется Клирос. Так, и что мы тут делаем? А, да, мы собираем осколки сферы. У нас уже 4 штуки. Последний мы взяли здесь. Там была... пыточная камера очередная. Так, а давайте посмотрим, что нам нужно. Эликсир из 3 ингредиентов. Остальные осколки сферы в Клиросе. Но мы тут и находимся. Ищет записку. Короче говоря, довольно-таки много у нас заданий. Но я думаю, мы справимся. Так, и я могу сказать, что очень давно не было врагов. Интересно, с чем это связано. И тем сильнее напряжение. Так, ну что, оттуда я пришел. Тихо. Мне нужно, видимо, пересечь этот провал. Да, вон мостик у нас. Хорошо, так, где-то тут у нас дверь, да? Ой. Она близко. Тень-то близко. Так, да, вот у нас вход. Отсюда мы появились и пошли туда. Прямо у нас, значит, будет мост. Давайте посмотрим, что у нас направо. Почему-то не хочу я пересекать эти мосты. Тут еще один мост. Ой. Ты где? Блин, черт побери. Вот только этих тварей не хватало. Я, похоже, сглазил, когда говорил, что давно их не появлялось. Так, ну придется, похоже, постепенно прокрадываться, что ли, потому что я, честно говоря, не вижу, где они. Прятаться от них в тумане. Блин, а. Только этого не хватало. Блин, да что ж такое? Вон он. Скотина. Как он там оказался? Как он сзади меня оказался? Это же вообще жопа. Охереть. Бляха-муха. Блин. Так, вроде ушел. Но он недалеко, помещение, я думаю, небольшое. Блин. Так, что у нас здесь? О! Блин, ты меня не увидишь. Скотина, где он? Мне хана. Он где-то там ходит, да? Ой, он прям за мной. Ой. Твою мать. На кой хер я сюда приперся? Хотя это амнезия, чего ж тут скажешь? Так, он куда ушел? Он туда ушел или туда ушел?
вообще? Куда я иду? Блин, я надеюсь, за этой дверью никого нет. Лучше бы тут никому не быть. Блин. Да нахер вы мне нужны, уйдите отсюда, скоты. Колесо прекрасно подходит, чтобы обездвижить жертву во время ритуала. Человека можно привязать к ободу или растянуть на колесе, привязав конечности к спицам. Затем сгодятся любые инструменты, и пытать пленника можно любым способом. Но главное достоинство колеса – провалы между спицами. Когда решишь, что жертве пора умереть, можно сломать кости конечностей молотом так, чтобы жертва оказалась внутри обода. Но они ведь умрут. То есть, умрут слишком быстро. Не волнуйся. Тело человека куда прочнее, чем кажется. Они могут умирать несколько суток. Короче говоря, тут, похоже, кого-то колесовали. Да, очередная пыточная. Причем колесовали самым изощренным способом, ломали кости. То есть просто жесть. Так, что у нас это? У меня что, с мозгами не в порядке? Да нет, вроде нормально. А что у нас здесь? Да, вот это колесо, к нему. Ладно, я не хочу нажимать, потому что наверняка случится что-нибудь плохое. Где у нас здесь осколок сферы? Зачем я сюда ходил? Может, он за? А вот он. Вот он лежит. Ну, давайте нажмем. Чё уж. Да, ужасная смерть. Как и все в этой игре. Какое херовое помещение, тут не спрячешься никуда. Так, ну что, выходим обратно к нашему дружку. И надеюсь, он там один, хотя у меня сложилось впечатление, что их там двое ходят. Но не знаю, что-то, по-моему, совсем уже полная жопа пошла. В тумане ходить с этими тварями. Ну прыгай давай, прыгай. Где эта тварь? Какой хер я сюда пришел? А кстати, она меня хрен достанет, наверное, на этом мостике. Так, ну-ка. Где она вообще? Хотя, наверное, достанет, блин. Пока она не уйдет, я буду тут тусовать. Я, блин, не спущусь у меня. Слишком. Ой. Не запрыгивай. Нет. Ой, это вообще. Да, это был. Я не знаю, это багаюзом назвать или как. Не, ну это тупо было, по-моему, да? Он чё, всё? Музыка прекратилась. Блин, как я себя уважаю.
Да. Так, и чё? Надо еще кого-нибудь сюда заманить. С этой стороны я, похоже, не запрыгну, да? Блин, это чё за таракан тут? Я не понял, это чё? Это у меня глюки попёрли уже, что ли? Ага, запрыгивает. Так, ну ладно, надо еще одного найти, если их тут двое. Да, блин, это было круто. Давайте постоим маленько. Придем в себя. Блин, как так получилось вообще? Ну да, да, это было. Примерно как с той дырой. Он просто физически не мог бы залезть, насколько я понял. Ну ладно, тусуй внизу там. Так, что, блин, я уже маленько начинаю путаться. Тут меня, по-моему, не было. Блин, хорошо получилось. Насколько спокойнее сразу стало. Так, это что у нас? Их можно разломать. Так, давайте молотком попробуем. Ядовитая. Так, для чего она нам может пригодиться? Возможно, эликсир этот. Не знаю. Сейчас разберемся. Давайте сначала пойдем сюда. Блин, ну просто круто получилось с этим. С этой колонной. Корова. Блин, вода, да? Ну-ка. Вроде никого. Чё за корова? Труба? Это что за пытки? О, это же вообще жесть. Там людей жарили внутри, да? Охереть. Ну-ка, я могу туда запрыгнуть? А, я могу костер поджечь. Блин, это, по-моему, херовая идея. Давайте, чё? Эта игра полна херовых идей. Пора привыкнуть. О! Закройся нахер. Там что, кто-то идет, что ли? А, ну ладно, вроде все. Так, а вот и осколок, да? Так, сколько у меня их? Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Их, собственно, шесть и надо, по-моему. Да, все, у нас уже все осколки. Они пропали из заданий. Так, три ингредиента. У меня из трех ингредиентов есть ядовитый этот. Так. Возможно, кость. Ну, по крайней мере, три непонятных вещи у меня есть. Возможно, это оно, возможно, нет. Уходим отсюда, до этой коровки. Блин, ну чё я застреваю? Так, если что, колонна у нас где? Слева вроде там. Надо быть осторожным. Если что, туда бежать. Пусть спрыгивает опять вниз. Так, что у нас здесь?
меня такое предчувствие, что мы выходим обратно в большой зал. Вон он идет. Так, а мне, наверное, возвращаться надо уже, все? Вот он проходит. Вот там он сейчас пройдет. Блять, он прям за колонной. Ой. Ух, бляха-муха. Надо нахер сваливать отсюда. Он за мной. Ой. По-моему, он уже не гонится, но, блин, мне будет спокойнее вот тут вот. Так, давай, иди сюда. Насколько я понимаю, там уже большой зал, в принципе, делать нечего, так что я могу вернуться безопасным путем. Но, блин, конечно, не хотелось бы чего-то пропустить. Возможно, тут еще где-то остался один из этих трех ингредиентов, которые я не подобрал. Вполне может быть. Я, конечно, не уверен на 100%, но тем не менее. Блин, это было страшно, когда я за колонной от него прятался. Надо его выманить сюда, что ли, я не знаю. Пока есть возможность. Только я не уверен, с этой стороны у меня получится такой же баг, нет? Поюзать. Так, ну и что у нас здесь? Где вообще, я не понимаю. А, да, все, я понял, надо было просто назад идти. Теперь, скорее всего, это будет нетривиальная задача. Вон там выход, но прямиком идти придется через эту тварь. По мосту. Что, попробую? Да, где-то вон там, там выход. Блин, где мост? Вон он. О боже. Сука, какая страшная. Вон там выход. Где-то там. Давай. Похер на всех. Давай. Так, я надеюсь, мне сюда больше не надо будет возвращаться. Да уж. Это не играет какой-то разрыв штанов. Так, ну что, все тут? А куда исчезли эти, висящие под потолком души? Так, возвращаемся в Неф. Что у нас в Нефе теперь? Нам нужно как-то соединить эти сферы. Это, наверное, на алтаре делается, не знаю. И как-то приготовить этот... коктейль. О! Что это было, блядь? Опять что ли эта тень все захватывает? Так. А, это снова ты. Ну скажи мне что-нибудь. Невероятно. Ты нашел рецепт веера.
Но еще есть надежда. Слушай внимательно, мой мальчик. Александр хочет открыть врата, портал в иной мир. Он мечтает отправиться туда. Сдержи свой гнев, мой мальчик, и позволь ему открыть портал прежде, чем отомстишь. Позволь мне пройти через врата, Даниэль. Пожалуйста, найди ингредиенты и приготовь эликсир, описанный веером. И сделай это прежде, чем соберешь сферу. Барьер во внутреннем святилище будет снят на короткое время. Чтобы спасти меня, тебе придется подготовить все заранее. Чего ты меня просит приготовить особый эликсир? Блин, ну из каких трех ингредиентов-то? А, давайте, собственно, почитаем заметки, что я туплю-то. Так. Ядовитые грибы. Эликсир жизни. Обычным способом из крови человека. Так, ну это я взял тоже. Тампер представляет затруднение. Даже запись слова полагает часть выделений КР НК в воде. Попросить Вейра. А может быть это та кость? Скорее всего это та кость. Ну все, у меня три ингредиента есть. Так, а там лаборатория случаем нажил. Вижу, ты забрал все осколки сферы. Знаю, я не вправе просить тебя о чем-либо. Но если ты отважишься найти все ингредиенты для эликсира Вейера, прежде чем соберешь сферу, меня еще можно будет спасти. Прошу, мальчик мой. Моя судьба в твоих руках. Да хер с тобой. Тут у нас, похоже, нелинейность пробивается. То есть... нам можно спасти его, либо нет. Так, что там с лабораторией? С лабораторией все по-прежнему. Ладно. Здесь тоже все без изменений. Че, мне к алтарю остается идти, что ли? Или как? Там наверху у нас... наверху у нас, по-моему, ничего хорошего нет, кроме тех двух рычагов, которые я уже нажал. Надо собраться с мыслями. Что-то я маленько запутался, что мне сейчас делать. Но мне остается только к алтарю идти. Да заткнись ты уже. Знаю, я не вправе просить тебя о чем-либо. Каждый раз, когда прохожу мимо одной и ту же херню, говорит. Так, налево мы были, мы все сделали, по-моему, что возможно. Направо тоже. Да заткнись, скотина. Так, здесь у нас тоже все вроде. Алтарь остается. Один алтарь. Блин, тут тварь ходила, насколько я помню. Сейчас посмотрим. Что это было? Ух ты,